Выборы, состоявшиеся в Кыргызстане, можно назвать выборами ответственности, заявила сегодня на пресс-конференции международный наблюдатель от парламентской ассамблеи ОДКБ Ольга Ковитиди. По ее словам, референдум отличается широким и массовым участием международных наблюдателей. Они отмечают, что подготовка и проведение референдума осуществлены в порядке, предусмотренном законодательством и нормами международного права. Отмечен достаточно высокий порог явки – более 37%, и высокий процент поддержки внесения изменений в Конституцию более 79%, сказала Ковитиди. Она отметила работу Центра избиркома, который обеспечил высокий уровень подготовки и проведения референдума. Участникам голосования создали все необходимые условия, СМИ предоставили гражданам информацию о сущности референдума. Кроме того, Ковитиди подчеркнула, что в ходе голосования обеспечено свободное волеизъявление граждан Кыргызстана. Поступившие в ЦИК замечания не могут повлиять на ход голосования и исход выборов. В Кыргызстане выборы и референдум состоялись. Следует отметить о том, что участие в кампании большого количества международных и общественных наблюдателей подчеркивает демократический и открытый характер референдума. Это хотят отметить международные наблюдатели от парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Также хотелось бы отметить о том, что в ходе организации и проведения референдума обеспечен высокий статус и необходимое содействие для эффективной работы всех участников указанного процесса.